Само название мероприятия – научно-практическая конференция – поначалу детей может даже испугать. На самом деле, как признаются участники этого конкурса, ничего страшного и сложного тут нет. Смотрите сами. Научно-практическая конференция «Вектор успеха» – это защита не только детских научных и исследовательских работ, но и своеобразная выставка всевозможных поделок, самостоятельно разработанных моделей одежды, декоративно-прикладного искусства и многого другого. К примеру, Лейла Михайлова нашла дома бабушкино пальто, поеденное молью, украсила его вышивкой и тем самым подарила ему вторую жизнь. Готовят свои работы ребята с удовольствием, а вот защищать их перед зрителями и членами жюри поначалу боятся. Дети, которые раньше тоже принимали участие в конференции, с удовольствием говорят через несколько лет спасибо, что вы нас туда заставили там участвовать, потому что это нам помогает учиться в ВУЗе, это помогает работать. Обычно заставляют участвовать? Обычно заставляют изначально. Вот и Катя Кораблева сначала сомневалась, стоит ли ей участвовать, а теперь уже пятый год подряд представляет свои работы и занимает призовые места. Это работа в технике моталки, то есть берется проволока, обматывается синтепоном и пряжей, затем проволока складывается в определенные фрагменты и затем сшивается картина. С каждым годом участников конференции становится все больше. Свой вектор успеха выстраивают новые школы. В этом году свои работы защищали более 60 человек. Марина Рябцева, Расиль Мухаметов, Республика.